Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор для такого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. А, это как? Так она многотопливная. Есть и колосники под уголь, и обмуровка с воду с форсунками, под жидкое горючее. Чисто. Что там с помещением, идиот? Вроде касса раньше была и камера хранения. Рухляди всякой полно, надо будет прибраться. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь.
ты в жопу, база! Зря вы к нам сюда приехали. Я сдаю! Откапывать тебя не надо? Ну, выезжай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится.
Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи. Thank you.
не тратит меня здесь. Внимание! Эй, противник! Это там сейчас что наверху было, а?
Держи! Что? Не держи!